об этом нужно петь. Как дела, Джисмут? Что-то ты больно жадный. С тобой все в порядке? Со мной-то да. Это просто мой конкурент. Дай-ка я помогу тебе встать. Спасибо. Давай, не падай, смотри. ТНТ. Бэби Джи. Здорово, мужик. Я тебя и не узнал. Теперь я Джи Смут. Порядок, хорошо. Рад тебя видеть, парень. Я тоже. Я тебе писал одно время. Письма стали возвращаться. Не думал, что тебе дадут такой срок за кошелек. Да не брал я у твоей бабы кошелек. Да-да, конечно. Я-то знал, что ты не брал. Так что случилось? После дела с кошельком меня перевели. Решили дать мне шанс в исправительную школу. Зашел на минутку и побыл там пару лет, пока меня снова не упекли. Что? За что? Да какой-то козел во дворе. Больно много болтал. Назвал меня дураком, трепался до фига. И я его и заткнул. Ага, ТНТ. Значит, бомба взорвалась. Мы никогда не знали, когда ты взорвешься. Бах, бах. Слушай, братан, я вообще завязал с этим, понял? Завязал, да? Ну ладно. Значит, у тебя все в порядке? Да брось ты. Я тут просто пытаюсь получить свою бумажку, понял? Я понял. Хочешь срубить $200? $200? За что? Я мужик перевозками занимаюсь. Мне работа позарез нужна. А что возить-то будем? А что, есть разница? Заработок легкий. Легкий. Раньше вроде так легко не было. Это потому, что я теперь единственный владелец. Я тут ищу типа, братана, вроде тебя, вместе работать. Смотри, чтоб никому плохо не было, чтоб никто в зону не попал. Все будет как раньше. У Джисмута бабки есть. Ты что, типа вообще завязал? Не знаю, Джи, я просто вышел из игры. Ты не знаешь? Работа нужна позарез, а ты не знаешь.
Вот моя карточка. Ой, горячо. Жди меня здесь завтра. Да брось ты, возьми. Тоже мне выбор пути. Просто халтурка для тебя, пока ты в лотерею не выиграл. Жарко. Ты чокнутый, ты это понимаешь? Сам ты чокнутый. Спасибо, братан. Все нормально. Рад был тебя повидать. Значит, завтра? Хорошо, я приду. Вот это я понимаю. Я влюблен. Не откладывай. Что ты можешь мне сегодня предложить, Генри? У нас есть скидка на свиные отбивные. И хорошо делать зеленью и картофельным пюре. Это годится, я возьму. Порядок. Давай, пускай своих лучше всех. О чем вы будете петь? Ты помрешь по пути домой, если будешь есть эту дрянь. Может, я недолго проживу, зато буду доволен жизнью. Это будет стоить 26,92. Не может быть. 19,92. У меня тут встроен калькулятор. Может, в твоем калькуляторе батарейка села? Давай, давай. Клади на место. Что вы ищете, молодой человек? Виллу было бы неплохо. Пару детей, жену, можно в другом порядке. Когда ты в последний раз ел нормальную домашнюю еду? Где ты это там увидела? Там этого нет. Хочешь, мэмо тебе сделает свиные отбивные с зеленью? Зачем вам все это? Слушай, у меня есть свинина, зелень, рис и морковь. Ты что, отказываешься? Да нет, мэм, давайте. Как тебя друзья-то зовут, сынок? Друзья? Надо над этим заняться, да? Меня зовут ТНТ. ТНТ? Как тебя мама зовет? Можете звать меня Томми. Хорошее имя. Вы меня даже не знаете. Не страшно вам здесь одной со мной? А тебе со мной здесь как? Не страшно? У мамы дома не пьют. Простите. О боже, мы опоздаем. Сейчас начнется игра. Это не игра. Это крестовый поход Билли Грэма. Садись, а вот чему и научишься. Я хочу, чтобы вы помнили, что Бог вас любит. Кем бы вы ни были, любого цвета кожи, любой национальности, какого угодно прошлого, дурны ли вы или хороши, Бог вас любит. В Библии сказано, «Воистину я люблю тебя вечной любовью». Подумайте об этом. Когда вы творили зло, Господь любил вас. Что бы с тобой ни случилось, сынок, Бог все может изменить. Правда? Если ты веришь. Помой руки. Посмотри-ка сюда. У меня нет работы, нет будущего. Через несколько дней меня выкинут. Без семьи, без друзей. Да. Ты, конечно, натворил дел. Да. Я хотел бы, чтобы Бог все это обернул к лучшему. Можно вас кое о чем спросить? Например, если у тебя нет ничего, и кто-то тебе дает работу за хорошие деньги, но ты не знаешь, законно ли это, вы бы взяли такую работу? Я бы сперва узнала, законно ли это. Хорошо. А если бы вы знали, что это не совсем законно? Ну, вы бы так поработали совсем недолго.
как раз только, чтобы заработать пару сотен долларов. Заработать $200, почти ничего не делая. Это большая сумма. Я бы взялась за такую работу. Вы что, правда? Конечно. Ты сказал, что ты будешь искать себе жилье, а в тюрьме дают крышу над головой и товарища по комнате. Я понимаю, что вы хотите сказать. Сынок, ты сядешь в тюрьму и всегда будешь бывшим вором. Кто потом тебя наймет на работу? Я и так бывший вор. И вы правы, меня никто на работу не берет. Может, я смогу тебе помочь? Я не творю чудес, но зато я знаю кое-кого, кто творит чудеса. Не нужны мне эти разговоры. Моя мама так разговаривала. И что это ей дало? Мне просто надо разобраться с делами. Я просто хочу помочь, чем могу. Но тебе надо будет поручить всю свою жизнь Господу. Он займется твоими делами. Ты просто верь в Него. Спасибо, мэмо. Подожди, я пойду. К чему спешить? Еще только 8. У меня завтра важный день. Может, это поможет тебе освободить часть дня? Так что вы мне поможете. Зачем вы все это делаете? Что вы хотите от меня? От тебя? Ничего. Я кое-что хочу сделать для тебя. Слушай, завтра вечером будет заседание городской управы. Жди меня у здания суда в 5. Зачем? Придется тебе прийти, чтобы узнать, зачем. Перед голосованием о том, чтобы поднять наши налоги, выслушайте предложение фирмы Аховиса по переработке мусора. Его услуги намного дешевле, чем наш нынешний подрядчик. И они специалисты по вторсырью. Что выигрывает город от того, чтобы держаться за нынешний контракт, по которому мы до сих пор имеем низкое качество услуг? Эх, мэмо, тебе бы президенты. Ничего незаслуженного я для тебя не добилась. И не думай, что я сделала это бесплатно. Это Томми. Он собирается пойти со мной в церковь. Кто я-то? Первый раз, я помню. Я пошел в церковь с мэмо. Моя жизнь с тех пор переменилась. Меня зовут Ахмед Хофис. Очень приятно. Теперь с этим контрактом. Тебе понадобятся люди, чтобы делать всю эту работу. Я думаю, что Томми ищет работу. Да, но уборщиком я быть не собираюсь. Режиссер повторсырью. Кто повторсырью? Это шутка. Все, что я тебе скажу, заполни-ка эту бумагу и принеси мне ее завтра в 9 утра. Там на заявлении адрес. Спасибо, мэмо. Спасибо. Хорошо бы сегодня, сынок. Да. Точно. Чепуха какая-то. Мне даже нечего записать. Что, я дурак, что ли? Кто это здесь разговаривает? Нечего тут гордость изображать. Гордость человека губит. Если тебе нужна помощь, то надо просто попросить. Мне нужна помощь. Важно, чтобы ты ко всем относился с уважением. Даже если они сами не показывают уважение к тебе. На тебя будут смотреть как на слугу. Но это ничего, потому что ты слуга общества. Минуточку. Ты вроде говорил, что я буду типа этим, повторсырью, режиссером. Режиссером. Да, будешь, но только после того, как ты научишься служить. Не забывай о том, что самый великий из живущих на земле сам был слугой.
Ты что, все ящики так вытираешь? Когда я буду знать, что я могу доверять тебе малым, ты будешь получать от меня более сложные и интересные задания. Хорошо. Это день, который сотворил Иисус. Радуйтесь, пусть радуется вся земля. Все пришли восхвалить Господа. Ну, хорошо. Псалом 149, 3 стих. «Да хвалят имя Его танцами». Аминь. Хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы напомнить вам, чтобы вы пригласили друга посетить просмотр одного очень сильного фильма, который будет показываться здесь в воскресенье вечером. Не хочу вас смутить, а может быть и хочу. Кто из вас уже пригласил или еще думает пригласить друга на просмотр? Ну-ка, поднимите руки. А это тот молодой человек, о котором я вам говорила. У Томми голос, который как раз подходит вашему хору. Правда? Нам позарез нужны тенора. Это точно. Было бы очень хорошо, если бы вы к нам пришли на спеху. Хорошо, годится. Это моя внучка Лил. Здравствуй. Очень приятно. Мне тоже. Привет, Роберт. Машина ждет. Это которая с сиреной или без сирены? Я вчера забрал машину из ремонта. Спасибо, Иисус. Ну, Марк, расскажи о себе. Ты женат? Ты что, смеешься? Я-то? Нет. Вот почему я пошел на эту работу. Здесь можно познакомиться с женщинами. Здесь нельзя это оставлять. Ничего. Этот день сотворил Иисус. Эй, Бэби Джи! То есть Джи Смут. Ты знаешь этого парня? Да, тут просто небольшое дело. Пойди купи себе что-нибудь. Ладно, потом будешь мне тут улыбаться. Давай скорее. Марк, посмотри за машиной, я сейчас приду. Посмотри на меня, я нашел работу. Да уж, я вижу. Ну ты и работку себе нашел. Где-то же надо начинать. Что ты делаешь в воскресенье вечером? Да уж, небось не дома сижу, перед ящиком. У меня дела. Я обещал привести приятеля в церковь в воскресенье вечером. Я тебя приведу, хорошо? Это что, типа, приведи торговца наркотиками в церковь? Тебе надо пойти. Слушай, этот мужик... Да, это мой партнер по бизнесу. Ага, если ты пойдешь со мной в церковь в воскресенье, тогда я уйду. Может быть. Хорошо, я загляну. Ну вот, порядок. Договорились, мужик. Вечером в воскресенье. Ровно в 6, не опаздывай. Хорошо. Марк, пошли давай. Давай. Кто это? Да так, дела. Да?
Не нравится мне его вид. Держись от него подальше. Ты меня понял? Понял? Да, да. Ну хорошо, иди на точку. Хорошо. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иисус вас не просит любить, чтобы потом бросить. Он делом помогает вам. Он берет на себя крест и платит за ваши грехи. Да, у Бога есть план. Что тут происходит? Он воздвиг тебя из нищеты и из грязи. Слушай, кто это? Билли Грэм? Этот план — Иисус Христос. Для заблудших единственный путь домой — это путь ко Христу. Крест Христов направляет заблудших к их вечному дому. Сегодня вечером вы должны прийти домой, к Богу. Спасибо. Как и в нашем сегодняшнем фильме, многие из вас одиноки, оторваны от семьи и друзей. Многие из вас злы на Бога за такое положение вещей. Этот гнев вызывает горечь, которая отделяет вас от Бога. Но среди вас есть сегодня те, кто хотел бы примириться с Отцом Небесным. Итак, братья и сестры, вот ключ к миру с Богом. Доверьте Иисусу всю вашу жизнь. Доверьтесь Ему всем сердцем. Когда ваши уста исповедуются Ему, тогда Бог принимает вас как свое дитя. Бог любит всех нас, так что Он послал нам своего единственного Сына, Иисуса, чтобы Он умер за нас. Приди. Смелее, брат. Приди. Эй, Кредо, ты знаешь, кто здесь? Мэмо, я не знаю, как это объяснить, но я чувствую себя иначе. Я знаю, что это странно звучит, но я чувствую, как будто у меня появился новый шанс. Да. Я никогда не думал, что... Я понимаю, сынок. Похоже, нам надо заняться чтением. Да, это точно. Знаешь, все эти молитвы, о которых они говорили, это похоже на разговор с Богом. Только я не знаю, что сказать. А ты просто говори с Ним, как будто ты говоришь со мной. Нет ничего такого, о чем бы ты не мог бы сказать Богу в молитве. В молитве есть сила, сынок. Мэмо. Рад, что ты с нами, брат. А я рад, что я здесь. Если у тебя есть вопросы, пожалуйста, спрашивай. Хорошо. Вот и порядок. Мэмо, будем рады, если ты останешься. Хорошо, посиди там. Томми, хор стоит вон там. Хорошо, все ясно. Меня зовут Ти, то есть Томми. Я помню. Лили. Как цветок. Да. Лил, сегодня идем, да? Да, Роберт. Хорошо. Иисус, страница 733, на пути к Сиону. Это здесь. Спасибо. Придите, любящие Господа, пусть знают нашу радость. Пой с нами в любви и согласии, окружая Божий престол,
Мы идем к Сиону. Прекрасный, прекрасный Сион. Мы поднимаемся к Сиону. Что случилось? Я что-то не так сделал? Нет, нет. Хорошо. Я знала, что ты умеешь петь, но не знала, что так хорошо. Да, ты все слова знаешь наизусть. Я следила за тобой. Моя мама. Я всегда легко запоминал слова и музыку и прочее. Похоже, я помню слова всех песен, которые я когда-либо слышал. Моя мама любила петь. Она все время что-то пела. Ее больше нет. 23 года в моей Джимми тоже больше нет. Мне так жаль, мама. Не, не жалей. Джимми теперь с Иисусом. Он, небось, теперь твоей маме здорово надоедает. Насчет того, чтобы сыграть разок китайское лото. О, он любил играть в китайское лото. Страх Божий. Есть начало. Точно. Начало. Мудрости. У меня не получается. Я больше не могу. Я думаю, эта часть мозга у меня просто отсутствует. Ага, похоже, ты просто глуп. Что? Мы с этим мучаемся уже почти целый час. А ты все еще плохо читаешь. Я бы уже бросила. Я же тебе говорил, что я учился читать в школе. Но не остается этого у меня в голове. Ну и что? Слушай, почему ты не даешь мне пожалеть себя? Мне, пожалуй, стоит обзавестись новыми друзьями. Может быть, даже подружку. Она мне скажет, какой я несчастный. Хорошая женщина тебе этого никогда не скажет. Можно подумать, я когда-нибудь встречу хорошую женщину. Да, это ты верно заметил. Даже когда ты этого не видишь, у Бога есть план для твоей жизни. Мэмо, я спрашиваю тебя, а какой план у Бога для моей жизни? Сегодня помыть посуду. Камни преткновения падают, веют грозовые ветры и спасают меня от падения. Мой якорь — ты. Господь, вся сила твоя. Ты моя сила, часть моей слабости. Я надеюсь и опираюсь на тебя. Если ты не сдвинешь гору, я не смогу этого изменить. Дай мне силы зайти на эту гору. Сдвинь эту гору, о Небесный Отец. Да, сейчас мне нужна твоя помощь. Китайская лото. Прочь дороги. Ибо Он во мне, Он превыше всего. Прочь дороги. Я не смотрю на свои беды. Я стремлюсь к своей цели. У Бога есть план для меня. Это гора скорби и тоски. Она сдвинется. Это гора бессилия. Прочь дороги. Ибо Он тот, кто во мне, Он превыше всего.
Заткнись, а не то я вызову полицию. Отстань от него, старый ворчун. Как красиво. Это ты так думаешь? А по-моему, довольно паршиво. Чего уставился? Иди работай. Ты что, не слышал меня? Я сказал, заткнись. Этой радости у меня... Ее у меня не отнять. Ты что, дурак? Кто, я дурак? Ты назвал меня дураком? Я не дурак. Я так не думаю. Если хочешь на меня работать, веди себя иначе. Что значит иначе? Иначе, чем люди на улице. Понимаешь, ты не просто представляешь компанию. Где бы ты ни был, что бы ты ни делал, ты представляешь Христа. Я никому не позволю себя оскорблять. Боже, сохрани. Но Бог возносит тех, кто сперва смиряется. Да, Роберт, заходи. Я ему сказал. Подумаешь, я немножко банки попинал. Расслабься, Томми, мы с Ахмедом просто обедаем. Ты знаешь, что ты не прав. Что же я должен позволять людям меня унижать? Ты не с тем борешься. Настоящая борьба не с ними. Настоящая борьба внутри тебя. Борьба за самоуважение. У себя на родине я видел довольно много войны и страданий, чтобы понять, что победить человека в бою не значит изменить его к лучшему. Только одно может добиться этого. Что? Любовь. Любовь? Да, Божья любовь. Возвращайся туда каждую неделю. Будь добр и люби этих людей. И ты заметишь перемену. Ты увидишь, как растет твое самоуважение. Любовь преображает людей, сынок. Она преобразит даже тебя. И в следующий раз, когда тебе приспичит пинать банки, ты лучше позвони брату. У тебя есть мой телефон. Осторожно. Забудь об этом, парень. Лучше все подбери, а не то дело твое плохо. Вот это же, и ящики поставь обратно на место. Оставь его в покое, старый хрыч. Кого это ты назвала старым хрычом? Ты сама старая перечница. Мне бы ты этого не сказал, я тебе гарантирую. Не сказал бы, да? Я тебе еще почище придумаю, болван. В лицо бы ты мне это не сказал. Ты так думаешь? А ну пойдем выйдем. Я тебя там подожду. Подожди минутку, я с тобой пойду. Вот правильно. Там настоящая потасовка. Это ужасно. Пропустите, разойдитесь. В чем дело? Вот в нем. Он вечно орет, бесстыжий. Каждую неделю шумит. Послушай, старый дурень, он прекрасно поет. Да вы сами послушайте, а потом сами решите. Он поет прекрасно. Томми, где ты? Иди сюда, Томми. Я хочу, чтобы ты спел для всех. Он так красиво поет. Давай, Томми. Томми, спой. Томми, спой. Я хочу запись. Да ты смеешься надо мной? Я думал, тут бандиты дерутся. Ну хорошо, если это поможет. I shall forever.
я всегда буду обращать свой взгляд к Голгофе, на крест, где Иисус умер за меня. Как чудесна та милость, что искупила мою заблудшую душу. Он смотрит не только на мои грехи, Он видит, что я нуждаюсь в Нем. Томми, молодец. И вы на это жаловались? Моя жена очень больна, ей нужен покой. Он ее каждый раз будет. Сэр, я вас понял, я буду вести себя тихо. Я очень сожалею. Я не знал этого про вашу жену. Прошу прощения. Ну вот и все. Хорошо, шоу закончено, все свободны. Но если он не будет больше петь, как мы будем его слушать? Да, я пою по воскресеньям утром в приходской церкви в Истлайде, на углу 2-й и Фейберна. Служба начинается в 10, ну, вы приходите. Меня зовут Бренда Брас, новости 2-го канала. Передаю слово вам, студии. Тебя только что показывали, как ты поешь по телевизору. Правда? А по телевизору лучше звучало? Что? Да, конечно. Я хотела сказать, так или иначе, Мэмо... Нет. По-моему, она организует ночное бдение для нашего района. Какое-то ночное бдение? Ну, вроде крестного входа. Но я ей скажу, что ты заходил. Это хорошо, спасибо. Вообще-то, я тут договорился встретиться кое с кем. Что же ты ничего не сказал? Ходи. Я бы предложила тебе перекусить, но мне надо проверить работы. Я вообще-то жду моего ученика. Но ты садись. Спасибо. Значит, ты учительница? С этим пока еще не все ясно. Я сама пока учусь за счет моих бедных студентов. А где ты преподаешь? У второклассников. Это мой первый год. Дело по горло. Ничего себе. Твоему парню, небось, не по душе? Кому? Роберту. Твоему другу. Ну, у нас пока еще тоже все непонятно. Кстати, о занятиях. Мэма говорила, что она... Мне иногда помогает по чтению. По чтению? Да. Минутку. Так это ты, мой ученик. А ты учительница? Мама. Я должна была догадаться. Мое чтение не стало лучше. Я все еще путаю буквы и переставляю местами слова. Правда? Да. Так как ты здесь, занятие — это не проблема. Но вот готовка — это совсем другое дело. Я кое-что знаю о всякой готовке. Ты умеешь готовить? О, нет. Но я могу позвонить и заказать пиццу. Любишь гавайскую пиццу? Да, моя самая любимая. И моя тоже. Сквозь бурю, сквозь ночь, веди меня к свету. Возьми меня за руку, Господь дорогой, отведи меня домой. Господь дорогой, приди и возьми меня за руку, веди меня вперед и помоги мне стоять твердо.
Я слаб и устал. Возьми меня за руку, помоги мне стоять твердо. Сквозь бурю отведи меня домой. Возьми и не отпускай. Господь, ты нужен мне, отведи меня туда. Возьми и не отпускай. Спасибо. Браво. Слава тебе, Отец. От лица церкви общины Истайда я хотел бы особенно поприветствовать всех наших сегодняшних гостей. Хорошая служба была сегодня. Да, это точно. Пастор проповедь сказал. Привет, Томми. Как у тебя дела? Хорошо. А, вы с телевидения. Меня зовут Бренда Брас. Но можешь называть меня просто Бренда. Это было здорово. Так что ты теперь будешь делать? Не знаю. Думаю начать новую книгу в этом году. Правда? Да, я всегда хотел прочитать книгу. Позвони мне, если захочешь прочесть сценарий этого представления. Хорошо. Прости, но это было не представление. Это было богослужение. Да, я слышала пастора. Я говорила о моей еженедельной телевизионной программе. Знаешь, я смотрю на тебя и думаю, если бы ты встретился с хорошими людьми, ты мог бы достичь всего, что угодно. Я тебе дам знать о себе. Годится, хорошо. Вот моя история. Это я, меня знают. Это моя песня. Я восхваляю моего Спасителя. Спасибо тебе, Отец. Спасибо тебе, Иисус. Ты так добр ко мне, ты спас меня от отчаяния. Томми, талантливый, молодой человек, который отлично делает свое дело. Это был репортаж Бренды Брас за эту неделю. Томми, хорошо, что я тебя нашел. Добавочный код 615. Где это, ты знаешь? Я думаю, это в Теннесси. У меня нет знакомых в Теннесси. Так перезвони и узнай, кто это был. Это международный звонок, я не хочу. Слушай, меня благодаря тебе вчера по-настоящему заметили, так что я тебе должен больше, чем за какой-то там телефонный звонок. Позвони из вестибюля. Спасибо. А что смешного? С каких это пор ты стал петь в стиле кантри? Нэшвилл поют и в стиле гаспел тоже. А как они вообще о тебе узнали? Бренди друг Нэшвилле, а у него телешоу. Она ему послала запись. Очень мило с ее стороны. Уже поздно, а у нас завтра большой день. Слишком много волнений для меня. Нэшвилл! Хорошо, Томми, я получил результаты твоего теста. Теперь я тебе могу помочь с чтением. У тебя есть дислексия. Что-что? Это значит, что ты читаешь слова по-другому. Ты представляешь себе образы, а не слова. Значит, я не дурак? Совсем наоборот. Твой IQ выше моего. Эйнштейн. Мне, правда, пора идти. Прости.
Я позвоню в полицию. Не надо, сэр. Я просто кое-что принес, чтобы извиниться перед вашей женой за то, что я шумел. Скажите ей, что я извиняюсь, и желаю ей скорейшего выздоровления. До свидания, мистер Томпсон. Хорошего вечера. Братья и сестры, давайте смотреть вперед. Стены, разделяющие нас, могут превратиться в двери, если мы изменим нашу жизнь и научимся прощать. У людей появится новая песня. Стройным хором и громко мы запоем ее. Об этом нужно петь. Так хорошо знать, что у нас есть повод к радости. Это так хорошо знать, что это всегда будет со мной. Скажи. Скажи «да». Об этом нужно петь. Всеночное бдение. Стой, ты арестован. Ты что, с ума сошел? Ну, я просто шучу. Что тебе надо? Билеты продаешь на свой крестный ход? Нет. Я тебя уже пару дней не видел. Могу я узнать, как дела у другана? Как дела? Все в порядке, чувак. Круто. Это здорово. Ты вроде что-то хочешь сказать? Да, а вот и нет, дурак. Во-первых, не смей меня называть дураком. Глупец сказал себе, что Бога нет. Я не дурак. О нет, и месяца не прошло. А TNT у них уже про Библию болтает. Не учи меня. Не играй с Богом, щенок. Я не играю. Только два типа людей ходят в церковь. Те, которые ищут выгоды, и те, которых обманывают. Все, что я знаю, мне нужен Иисус. Тебе нужен Иисус? Тебе просто надо было выжить. Ты и выжил. Вот и все. Нет, нет, ты ничего не понял, братан. Дело в любви. Прощение, доброте. Главное, это Божья любовь. Чувак, это вселяется в тебя и всего тебя меняет. Это тебя наполняет так, что ты можешь отдавать. Даже ты. Даже я. Даже старый несчастный торговец наркотиками, любитель денег, как я. Я этого не сказал. Бог знает, что ты сделал. Он все знает, и все же любит тебя. Да, Иисус меня любит, так Библия мне говорит. Это просто песня. Ты чокнулся, чувак. Ты меня не знаешь, ты не знаешь, что я натворил. В том-то и дело, не важно, что ты сделал. Хорошо. Раз не важно, тогда послушай. Это ведь я тогда спер кошелек у той тетки. А тебя посадили из-за меня. Это был я. Ну что, как твоя Библия? Поможет тебе сейчас? Уходи-ка ты лучше от меня. Да поскорей. Вот, видишь?
В мире не так уж много любви. Вчера мне один человек сказал: «Как ты можешь улыбаться, когда мир идет к концу?» Я сказал: «А вот как? Когда я хочу плакать, я смотрю вокруг себя и понимаю, что я выжил. И я держусь. Перемены близки. Не волнуйся, не волнуйся ни о чем. Ты справишься. Все, все будет в порядке. Люди любят волноваться. Люди прячутся. Люди спасаются бегством от внутренней боли. Это твое дело. Районное молитвенное собрание. Помоги нам отвоевать наши улицы. Делай то, что нужно. Но если не выходит, помни об одном. Просто держись. Все будет в порядке. Радуйтесь всегда. Как дела, ребята? Это поющий мусорщик? Улица отвоевывать пришел. Я с тобой не ссорюсь. Вот повезло-то мне. А может быть, я ссорюсь с тобой. Не трогай моего парня, Джесмита, мусорщик. Это мой щенок. Не твой и не божий. Он мой. Я не хочу, чтобы он болтался с господином проповедником. Глупость — вещь заразная. Ты меня слышишь? Я сказал: «Ты слышишь меня? Или ты оглох?» Мочи его. Стой, полиция! Томми, я утром говорила с Робертом. Он сказал, что ты так и не подал в суд. Он может тебе в этом помочь. Лили, ты не обижайся. Но ты не понимаешь, как все устроено на улицах. Ты прав. Я не понимаю. Ты знаешь, кто это сделал. Холодно. Я уеду через пару недель. Получай удовольствие, пока я здесь. Томми, я серьезно. Я просто не... Да ладно, забудь. Когда ты расстроена, у тебя губа дрожит. Так мило. Правда. Вернись. Посмотри на него. Вот это я понимаю. Спасибо, чувак. Все нормально. Ты там береги себя. Да, мэм. Со мной будет все нормально. Мои ангелы меня берегут. Это ты верно сказал. Томми, мы опаздываем. Хорошо. Я буду молиться за тебя. Пока. Пока. Томми, ты готов? Томми,
Пошли, давай. Готов? Да. Пять, четыре, три. Сегодня среди звезд Нэшвилла Томми, поющий мусорщик. Подождите, я не могу. Остановите запись. Не волнуйся, Томми. Попробуем еще раз. С тобой все хорошо? Да. Пять, четыре, три. И теперь поющий мусорщик. Остановите запись. Минутку раз. Не больше. Иначе я ставлю замену. Что случилось, Томми? Прости, Брэнда, но здесь что-то не так. Поющий мусорщик? Это еще к чему? Не нравится мне эта песня. Хорошо. А какая песня, ты думаешь, тебе бы понравилась? Послушай, Томми, представь себе, что ты дома. Представь, что ты в церкви, поешь для своих друзей и всех тех, кто любит тебя. Да. Я могу это сделать. Можешь? Я могу спеть все, что я хочу, все, что угодно. Оркестр подхватит с любой ноты. Просто спой что-нибудь, давай. Ну хорошо. Хорошо, все будет в порядке. Что он будет петь? Понятия не имею. Готов, бабуля, с Диксилендом. Это песня, которую многие из вас наверняка знают. Это была любимая песня моей мамы. Для тебя, мама. Он смотрит на воробья. Why should I feel discouraged? Зачем мне разочарование? And why should the shadows come? Зачем, когда приходит гроза? Why should my Зачем моему сердцу heart feel lonely? Быть одиноким и тосковать о небесах и о родном доме. Когда Иисус — это частица меня, Он мой верный друг. Он его взгляд обращен на воробья, и я знаю, что он бережет и меня. И я пою, потому что я счастлив. И я пою, потому что я свободен. Его взгляд обращен на маленького воробья. 86, пошли, бабули. И он смотрит на меня. Ничего себе! 10%. 5, 7.
Я тебе прямо скажу. Способных кругом много. Тебе что-то есть. Все это, конечно, еще сыро, но если ты готов работать как следует, если тебя будут учить и поддерживать, так что ты скажешь, Томми? Скажи «да», раз, я хочу быть знаменитым. Да, я хочу быть знаменитым, но... Вот это я понимаю, вот небольшой задаток. Пока ты не вернулся. $1200? Это тебе на переезд. А что, я переезжаю? Это просто тебе задаток. Мы покроем все твои расходы. Когда ты вернешься, мы тебе дадим консультанта по имиджу. Свяжемся с фирмами грамзаписи и сделаем твою первую пластинку. А потом поедем на гастрольное турне. Гастрольное турне? Конечно, ты будешь путешествовать почти круглый год. Есть фестиваль песни в стиле Gospel, а также большое турне Марса Мартина. Ух ты! Сколько всего! Когда ты находишь время для жены с детьми? Искусство требует жертв. Я не женат, но ты полюбишь дорогу. Это действительно здорово. И все происходит так быстро. Можно мне немного подумать об этом? О чем тут думать, Томми? Томми, Томми, ты пел просто превосходно. Тебе понравилось? Да, конечно, спасибо. Я так рад, что я дома. Конечно, мы по тебе скучали. Что бы мы без тебя делали? Мы правда скучали. Спасибо. Он тебе еще не звонил? Нет. Он уехал с этой брендой Brass, и больше о нем я ничего не слышала. Он уже должен был вернуться. Может, я не хочу, чтобы он звонил? Ради всего святого, почему? Ну, я не могу себя представить рядом с таким, как он. Не думала, что услышу от тебя такое. В том-то и беда. Современных девушек больше волнует, что парень водит, а не то, что им руководит. Конечно, Томми не богат и не похож на картинку из журнала. Но зато Томми настоящий мужчина, лучший из всех, кого я видела за мою долгую жизнь. Если ты не можешь любить его таким, какой он есть, то, может быть, ты недостойна его. Может быть. У него такое большое сердце. У него такие большие мечты. Он так упорно трудится. Я правда люблю его, мамо. Я знаю, милая, и это хорошо. Нет, не хорошо. Я не хочу его любить. Я не хочу его потерять. Я боюсь, что он уйдет, как все мужчины в моей жизни. Зачем ему оставаться? Что он найдет во мне? Я знаю, что он в тебе нашел. Иди сюда. Соглашение между фирмой грамзаписи Альфа и Омега и Томми Уайн. Успокойся. Поговори со мной. Помогите. Это Джисмут, где он? Хорошо, я пойду. Скажи мне, где он? Ну что? Неужели это господин проповедник? О, господин проповедник здесь. А у меня хорошие новости. Я вас оставлю обоих в живых. Если. Вот.
Я хочу 5000 в моих руках сегодня в полночь. $5000? Да. Видите, сколько вы мне стоите? Когда мы последний раз виделись, Смут выкинул мой товар, удирая от полиции. Я считаю, что это твой долг. Так что у тебя три варианта. Или ты приносишь деньги, или берешься продавать вместо Смута на меня. Или ты увидишь, как я его пришлю. Так что ты выбираешь? Спокойной ночи. Я достану деньги. Я так и думал. Позвони моим людям. Завтра в 11 вечера. Получишь инструкции. Похоже, тебя кто-то бережет, Смут. Сволочь. Держись, Смут. О, Боже. Господи, мне нужна твоя помощь. Уж пора бы. Подожди. Да, мэм. Томми? Нет, Бренда Брас. Я думала, что он мне оттуда позвонит. Он обычно здесь, но не уверена, придет ли он сегодня. Если увидите его, скажите, что я получила его весточку. И дело уже на мази. Мне просто надо отослать контракт с подписью Расу. Контракт? Он тебе не сказал? Мы не говорили об этом. Расс Мартин дал Томми контракт на запись в стиле Gospel. Томми уезжает в Нэшвилл. Нэшвилл? Это здорово. Пусть Томми мне перезвонит. Он нужен Рассу в Нэшвилле на этой неделе. На этой неделе? Я ему скажу. Привет, Мэмо. Простите, что я опоздал. Нам надо поговорить. Мне надо тебе сказать что-то очень важное. Нам не о чем говорить, прости. Лили, ты послушаешь меня? Твоя подруга Бренда Брас хочет, чтобы ты ей позвонил. Лили, почему ты так себя ведешь? Отпусти ее. Мэмо, я просто должен это сделать. Конечно, сынок. Если бы я только мог тебе сказать, почему это так важно. Но я сейчас не могу. Прости. Кто там за тобой присмотрит?
Томми, это Бренда. Деньги переведены на твой банковский счет, а наш самолет улетает завтра вечером. Обязательно мне позвони. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. Спасибо за звонок. Что? Пошли. Ты хороший христианин, да? Человек слова. Мне это нравится. Все вовремя. Дай-ка взглянуть. Очень хорошо. Так, это в уплату за то, что мой парень выбросил, да? Я это сказал? Да, мужик, ты это сказал. Странно, а я и не помню. Подожди-ка, ты надо мной смеешься? Да? Слушай ты, даже не думай спорить с тем, что я говорю, Библия ты ходячая. Я вообще не знаю, почему я тебе позволил жить так долго. Я тебе говорил, что глупость, похоже, вещь заразная. Но теперь я герой. Я спасу город от этой эпидемии. Супер, Кредо спасает город. Нет, я просто так не сдохну. Скажи своим щенкам, чтобы бросали пушки и смывались отсюда. Нет, ты свою брось. Давай. Я не шучу. Давай, я сказал. Что? Бить, убивать людей, продавать детям наркотики – это тебя делает сильным? Я просто служу своей общине. Я мог бы и должен был бы тебя забрать с этого света. От этого мира будет только лучше. Но я не такой. Я стал другим. Да и ты этого не стоишь. Пусть Бог нас рассудит. Эй, ходячая Библия. Может быть, ты Библию и здоров читать, но в пушках не смыслишь ничего. Одна всегда в стволе. Но где теперь твой Бог? О, Господи, Томми! Томми, прости меня. Не оставляй меня. Держись, пожалуйста. Я так тебя люблю. Что? Я люблю тебя.
Помогите ему встать. Да, чувак, это было больно. Ты, похоже, выживешь, братан. Я думал, ты все знаешь про пушки. Как видно, не все. Это один был из самых глупых поступков в моей жизни. Спасибо, Роб. Эй, Мэмо. Прости. Это ведь третий срок, дружок. Уведите его отсюда. Томми. Откуда ты знала, что я здесь? Я позвонила Лили, я тебя везде искала. Мы сегодня улетаем. Ты хоть собрался? Прости, Бренда, что у меня не получилось тебе позвонить. Я верну деньги Расу. Томми, что ты говоришь? Ты мне кое-что сказала, Нэшвилле. Ты сказал, представь, что ты дома. Не хочу притворяться. Я хочу быть дома, со своей духовной семьей, с моей девушкой, с друзьями. Ты хоть понимаешь, от чего ты отказываешься? Такая возможность бывает раз в жизни. Но если на то Божья воля, то возможности снова появятся. Лузеры. Когда я уже научусь? Привет. Привет. Тебе можно в гости? Да. Тебе хорошо относятся? Я там с ума сходил, чувак. Креда больше нет. Все кончено. Ты спас мне жизнь. Да. Скажем просто, Бог тебе помог. Прости меня за кошелек, Томми. Мы были детьми, и все случилось так быстро. Я даже не знал, что тебя сцапали, а потом уже было поздно. Тихо, тихо, притормози. Так оно и вправду есть. Ты мне лгал. Ты меня предавал. И это неправильно. Но я тебя прощаю. У Бога есть план для моей жизни. И для твоей тоже. Мама всегда говорила, хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему о своих планах. Да. За эти 5 лет я столько узнал. Не то, чтобы за мной самим кое-чего не числилось. Ну, чувак, я у тебя в долгу. Да уж, это точно. Томми, мне не нравится все это дело с мусором. Режиссер, повтор, сырью. Чего? Это по-французски. Мы сдаем вторсырьё. Ну ладно. Может быть, это и ничего. Режиссер, теперь соберись. Если ты будешь хорошо работать в малом, тебе будут давать и серьезные вещи. Да-да. Если тебя будут обижать, что ты сделаешь? Дам как следует левой, потом пару апперкотов, тогда все в порядке. Хорошо. Потом, когда ты освободишься, будешь бездомным. И увидишь их, копаясь в мусорном баке. Что ты им тогда дашь? Любовь и доброту. Ладно, ты смеешься, но любовь преображает людей. Кого изменила любовь? Меня. И тебя. На русский язык фильм озвучен группой Jesus Torrent для сайта godtv.ru в 2013 году.
Свят, свят, Господь Бог всемогущий, ранним утром пусть наше пение взойдет к Тебе. Свят, свят, Господь всемогущий, Он так прекрасен, пусть все свидетельствуют. Хвалите Его, хвалите Его. Радуйтесь, миритесь друг с другом, а если кто-то обиден на другого, то прощайте друг другу, как Господь прощает вам, так и вы должны прощать. Прежде всего, облекитесь в любовь, соединяющую все в совершенной гармонии. Что-то ты больно тощий, Грег. Давай-ка займемся твоим весом. Что мы будем есть? А когда ты в последний раз ел горячие свиные отбивные?